пойти по кругу. И в это время смотрим на зрителя. Мальчики, помните, где идете? То же самое на зрителя. Руки на поясе, мальчики, обязательно. Кулачки мы не ложим, потому что в русских песнях ложат кулачки. А у русских у нас вот так руки лежат. Так, приготовились. Сейчас желтые красочки разворачиваемся и пошли. Стоп, какими? Идем четверными или восьмыми? Восьмыми. Пам-пам-пам-пам. Желтые. Пошли, говорим. И желтые красочки. Стоп, вернулись. Я попросила вас восьмимити. А вы идете четверными. Желтые красочки. Я попросила эти восьмими. Желтые красочки. На носочки подняться. Топ-топ-топ-топ. А вы как слабые пошли. Так, на меня посмотрели туда. Поехали, приготовили. Сразу же голова на меня. Зрительный зал. И желтые красочки, все на годочке, за болотские, не спешим, хитрые жёночки. Конечно, тут был у вас ужасно, вы сместились, а он должен быть вот такой, как вы сейчас стали. Женя, стань вот так шире немножко. Вы должны еще пошире. Вы должны так прийти, чтобы это был тот же клуб, который был, красивый. И вы должны работать глазами постоянно, все внимание, быть начеку. А вы не прошли. Так, давайте дальше поработаем. Третий куплет. На первую и вторую рассчитаемся от Эвелины. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Второй. Первый. Второй. Первый. Первый. Сказала второй, да? Первые номера остаются во внешнем кругу, а вторые номера пойдут сейчас во внутренний круг. Значит, вторые номера пойдут в круг с левого плеча сейчас во внутренний круг против часовой стрелки, а первые номера пойдут как шли по кругу по часовой стрелке. Понятно? Попробуй. Стоп! Где левое плечо, где правое? Дарья, куда пойдешь? Во внутренний круг. Помним? И сразу же голова поворачивается.